Всем привет, друзья! Вы на канале Компьютерный Химик, и в этом видеоуроке мы поговорим о том, как перенести фотографии с компьютера на ваш любимый iPhone. Итак, поехали! Для этого мы подготовим фотографии. Давайте я возьму каких-то... фотографий. Создам папку на рабочем столе. Назову ее «Прекрасное фото». Зайдем в эту папочку и вставим фотографии. Теперь далее мы открываем наш любимый iTunes. Теперь мы щелкаем по значку телефона в левом верхнем углу. Далее мы переходим в раздел «Фотографии» и нажимаем «Синхронизировать». Выбираем нужную нам папку. Она у нас, как мы помним, на рабочем столе. Называется она «Прекрасное фото». Нажимаем «Выбрать». Так, нам iPhone показывает 12 фотографий. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, будет очень интересно. Далее мы нажимаем «Применить», нажимаем «Готово». Как мы видим, теперь идет процесс синхронизации, то есть теперь эти фотографии должны успешно скопироваться. Этот процесс может занимать определенное время, я пока нажму «Паузу». Синхронизация прошла успешно, давайте теперь посмотрим, скопировались ли фотографии. Мы заходим в «Фото». Далее мы видим папочку «Прекрасное фото», нажимаем, и вот наши фотографии. Давайте теперь сделаем обратную процедуру. Я не для тех, кто знает, как скачивать фотографии с телефона в компьютер. Вы можете уже закрывать видео. А для тех, кто не знает, давайте я расскажу. Итак, вы, естественно, надо скачать iTunes программу просто для того, чтобы были драйвера. Далее мы заходим в мой компьютер, заходим в iPhone, заходим в Internal Storage, и вот они, наши папочки с фотографиями. Пожалуйста, копируйте, чтобы сэкономить место. Вот и видео, все, и фотографии хранятся. Берете, можете Ctrl-A, зажимаете «Копировать». Далее сворачиваете окно, или вырезать можете, чтобы очистить с телефона, и фото с моего iPhone. Заходим в папку правой кнопкой мыши «Вставить». Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.